Всем привет! Сегодня я делюсь двумя пресетами в стиле Каспарина для плагина Amplitube 4. Создание пресета начинается с того, что я ищу в интернете информацию о оборудовании, которое использовалось на оригинальных записях. В данном случае это усилитель Marshall и педали эффектов от фирмы Boss. Сначала я подбираю один из усилителей Marshall. Наиболее подходящий вариант — это Marshall Silver, так как у него не сильно выпирают средние частоты. Таким же способом я подбираю педаль перегруза. Я остановился на варианте Metal 2. В настройках кабинета я увеличил размер до 108%, это придает немного песка и убирает середину. После того, как основной тон построен, можно добавлять дилей. Я настроил дилей на свой вкус. 260 миллисекунд задержка, 5 повторов, 26% уровень дилея. Финальным штрихом я добавил два эквалайзера. В первом эквалайзере я убрал низкие частоты, чтобы убрать бубнёж у гитары. Во втором эквалайзере немного убрал верхнюю середину и еще немного низких частот. Теперь послушаем, как звучит сам пресет. Теперь покажу второй пресет. Это чистый звук в стиле Каспарина. В чистых партиях Каспарина можно слышать звук с ярко выраженной серединой, поэтому я выбрал усилитель Marshall 800. В эффектах у меня хорус, бустер, компрессор и снова эквалайзер, в котором убавлен низ и чуть-чуть верх. Бустер я использую для того, чтобы сделать звук громче и плотнее, и при этом сохраняя все тот же чистый звук. Далее у меня идет дилей и ревер. Дилей из предыдущего пресета и с теми же настройками. Далее ревер с уровнем 11%. Теперь послушаем, как звучит сам пресет. На этом у меня все. Надеюсь, что вам понравились пресеты и такой формат видео. Жду ваших комментариев. Всем пока!